Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре магнитола JVC, моделька KD-R461. Давайте перейдем к комплектации. В комплекте идет кабель питания. Ключи для снятия магнитолы. Оригинальный гарантийный талон, инструкция, и магнитола. Рассмотрим поближе магнитолу. Начнем с передней панели. Передняя панель съемная, снимается очень легко. Под панелью находится кнопочка Reset для перезагрузки. Также на передней панели видим кнопки управления, экран, под заглушкой разъем USB, разъем AUX и сверху разъем под CD-диски. Сверху на наклейке информация о магнитоле, модель, серийный номер, дата производства. Также сверху на магнитоле одета шахта. Шахта позволит вам без проблем закрепить ее в штатном месте в автомобиле. По разъемам сзади находится антенный разъем, две пары линейных выходов, предохранитель на 10 ампер и разъем для подключения провода питания. В магнитоле используются 4 режима. Это режим радио, режим проигрывания CD-дисков, режим USB и режим AUX. В режиме USB при проигрывании треков можно также переключать треки, листать папки, включать случайное воспроизведение треков и воспроизведение по кругу. Отдельно удобно вынесена кнопочка управления эквалайзером, что в любой момент даст вам возможность настроить звук на любой вкус. Магнитола имеет красную подсветку, подсветка не меняется, единственное, можно немножко ее приглушить. Сделано для того, чтобы в вечернее время, когда вы ездите, она не била в глаза подсветка. В режиме радио доступно 3 диапазона по стандарту FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. То есть это все также стандартно. Давайте еще пройдемся по основным функциям меню, что можно настроить.